Новогоднее театрально-цирковое шоу «На воде. Тайна подземного мира» – это грандиозное представление, спектакль для всей семьи и незабываемое зрелище. В рамках необычного шоу состоялось уникальное событие. В один из премьерных дней прошло единственное представление с участием приглашенных звезд – Олимпийской сборной России, чемпионов мира и Европы по синхронному плаванию, а также Нюши. Куда были направлены деньги от продажи билетов, узнаете прямо сейчас. В Москве прошла волшебная премьера новогоднего театрально-циркового шоу «На воде» под названием «Тайна подземного моря». Это представление рассказывает зрителям поучительную историю о добре, любви, верности и взаимовыручке. Мы, как и на Олимпийских играх, будем участвовать в роли русалок, которые стараются, пытаются помочь мальчику Егору найти волшебный камень, который вернет городу праздник. В этот вечер зрители не только посмотрели замечательное представление, были поражены акробатическими трюками, но и смогли помочь детям. Все деньги от продажи билетов были направлены в фонд Константина Хабенского. Сюрпризом для гостей шоу стало выступление нашей олимпийской сборной по синхронному плаванию и, конечно же, песня потрясающей певицы и автора песен Нюши. Нужно делать добрые дела. Сегодня я участвую в шоу, потому что можно сделать доброе дело. Все очень красиво, очень необычно, и мне приятно принимать участие в таком замечательном шоу.